налево. Ну да. Ну, неудобно очень, в плане того, что теперь придется либо объезжать, либо путаться на дороге, получается. Угу. Люди хотят ехать прямо, а кто-то хочет повернуть налево. Постоянно заторы получаются. Когда я стала в четвертую полосу, подъехала и обнаружила, что поворота с нее нет. Но в целом у меня была нормальная ситуация. Я смогла криво, конечно, но перестроиться в первую полосу, поехать на разворот. Но при мне дважды поток машин поворачивал, несмотря на то, что поворот запрещен. Но это же потенциально очень аварийная ситуация. Никто не обращает внимания, так скажем. Не придерживаться строгого правила, что здесь только для автобуса, к примеру. Mm-hmm. Поэтому едут так, как знают, так, как удобно, так как им хочется, так как они привыкли. Примерно так. Да, толку. Ну, уменьшили на одной полосой для всех автомобилистов. Ну, по сути. По сути ж, пообещали, будут штрафовать, правильно? Да, ну, то есть уменьшили. Да, уменьшили на одну полосу, и так будет достаточно плотно. Вот. А сейчас будет достаточно невыносимо. При нашей плотности это неправильно. Мешает поворотам, да, невозможно повернуть налево. В принципе, евроигры, они же не должны влиять ни на что. Как так же, как и мы, никак не препятствуем, правильно? Я не вижу смысла ущемлять целый город для того, чтобы там кто-то мог проехать. Можно сопроводить гаишниками, если что. Но все для нас, все для людей. Правильно. Это Беларусь, детка, есть хороший значок в Вайбере по этому поводу.